не здесь. Пока что запись лучше не. Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет тренировка на руки. Но прежде всего у нас будет разминка. Напоминаю о правилах выполнения упражнений. Итак, первое правило. Мы всегда дышим. Не задерживаем дыхание. Второе правило. Если вы чувствуете, что вы не можете выполнить упражнение правильно, эта проблема не связана с растяжкой, выполните другое упражнение, но оно тоже будет, может, в данном случае. Третье правило – это то, что плечи у нас опущены. То есть во время упражнения мы вот так вот плечи не держим, расслабьте. Вроде все. Можем приступать к разминке. У меня вопрос. Хорошо, давай. А чтобы взять теплую водичку, мне надо взять ведро и намочить. Это вопрос не по тренировке. Можно и без воды. Вот, нам как раз подсказали вот сейчас, что лучше теплую воду подготовить. Конечно, можно и обычную воду, главное питьевую. Чтобы выпить. Я сейчас разогреваю ручки. Начинаем, как всегда, с головы. Упражнения на коленке я пока выполнять не могу. Вот. Так что следите за моей головой. Сейчас она наклоняется в бок. Вот. Моя задача не помогать другим частям тела. Я сам наклоняю голову. Выполняя разминку по 5-7 раз, если что-то хрустит во время выполнения упражнений, выполняя по 10 раз на каждую сторону. Я уже наклоняю голову в бок. Теперь я опускаю подбородок к груди, поворачиваю голову в одну сторону, обратно в другую сторону. Теперь я делаю ручки в замочек и кручу их как хочу. Можно в замочек, можно вот так вот, как сейчас. Замочек это вроде вот так кручу, а это не замочек. Вот, можно здесь, можно там. Вот. Теперь сжимаю руки в кулаках и тоже кручу их. Теперь локти можно крутить в разные стороны. Это по желанию. Теперь я кручу плечами. Можно опять же либо в одну сторону, либо в разные стороны. Если вы крутите в разные стороны, то руки сходятся где-то вот здесь. Сходятся, это мы в смысле вот друг на дружку ладошки сходят. Переходим к ногам. Есть две вариации выполнения упражнений на ноги. Первое это мы улучшаем наше равновесие, но таз немного смещается из-за того, что мы на этой ноге. Второй же вариант выполняется сидя. Напоминаю, как правильно сидеть. Это в коленке у нас прямой угол, мы сидим с прямой спиной и накроем стульчик. В таком случае это же упражнение мы выполняем вот так. Последствий после выполнения упражнений на одной ноге особо нету.
Вот. Но лучше потом потянуться где-нибудь на турнике. Кручу для начала носочек, потом в коленном суставе кручу ногу. И вот тазик. И те же самые упражнения повторяю с другой ногой. Вот. Так как я вижу, что у нас в основном дети, стараемся делать тренировку на руки полегче. Итак. И последнее у нас упражнение в разминке – это планка. Как раз рассмотрим, как находиться в положении отжимания. Желательно носки снять. Вот, сцепление будет с поверхностью. Итак, планка, руки у меня строго под плечами, не вот здесь, а под плечами. Ножки прямые, и это положение от положения, в котором мы делаем обычно отжимания, отличается только тем, что мы прогибаем плечи. В таком положении мы находимся минуту. Сейчас я поставлю секундомер, чтобы следить за временем. В планке есть следующее упражнение, которое мы можем выполнять в течение этой минуты. Первое – это переступы с одного вида планки на другой. Да, их всего два. Второе – это поднятие руки или руки вместе с ногой. И третье – это только поднятие. Вот. Конечно, есть там и хлопки, но это уже не планка. Напоминаю, что отжимания можно выполнять на коленке, если вам трудно. Итак, первое у нас отжимание – это отжимание шире плеч, когда руки у меня расположено вот здесь. Я отжимаюсь вот так. Вот так. Приступим к выполнению упражнения. Напоминаю, что наша задача при отжиманиях – отжиматься как можно быстрее. При отжиманиях мы касаемся груди пола. Следующее у нас отжимание – это отжимания узкие. Хоть они и называются узкими, но руки у меня как в планке стоят под плечами. Единственная разница ощутимая – это то, что вы отжимаетесь не вот так, а локти идут вдоль тела. Надеюсь, вам понятно. Приступим.
Так, следующее у нас отжимание, которое я помню. Это отжимание диагонали. Итак, смотрите-ка. В обычных отжиманиях, покажу вам на одной коленке, потому что на второй я не могу встать. Руки находятся под плечами, если вы смотрите на камеру. А в диагональных отжиманиях они расположены по диагонали. Соответственно, я вот так вот и отжимаюсь. Приступим к выполнению упражнения. Опять, если вам трудно, можете выполнять меньше промежуток времени, нежели чем мы. Напоминаю, что мы выполняем упражнение в районе 30 секунд. Когда отдыхаете, можете вот так вот покрутить кистью, потому что основная нагрузка идет именно мне, если мы берем мышцы. Итак, после диагональных отжиманий у нас идут драконьи. Драконьи отжимания – это когда я опускаю свою ягодицу максимально низко, но не касаюсь желательно коленками пол. И я опускаюсь, поднимаюсь. Вот. Опускаюсь, поднимаюсь. Не вот так я выполняю упражнение, а я просто опускаюсь и поднимаюсь. Давайте начнем. Так, сейчас у нас будет перерыв, где мы посмотрим смешные видео. Напоминаю, что смешные видео, как их подборку сделал не я. Я благодарен человеку, всем людям, которые выложили такие видео, и людям, которые сделали из них подборку. Так, это у нас видео на канале Pets Want Some. Мы до этого его видео не смотрели, но пробовать нужно. Вот, можете потом досмотреть, мы смотрим только часть. Туалетом и блядь. Цветы! Вот такое же делал. Цветы! Он пьет воды в туалет. Как испугался. Офигеть! Прикинь, он беру. Там сделал. Осторожно, мальчик. Нет. Hey, can we send this to American Media? Коврик, но не будем делать. Я не понимаю, зачем коврик туда ставить, мне кажется. Ёлочки!
Ручка! Мой кот уже пытался. Я. Так, здесь мы лучше перелезнем куда-нибудь. Вот сюда. Так, кто-то упал. Ну, пытается, это уже хорошо. Возьму молоток есть. Неожиданно. Нет. На самом деле ему, наверное, больно, если прям в ребра ударит. Это алкаш. Робот. Прикинь, они включили это чудо-юдо. Ну да, это легко включить. Для кота. Друг упал. Так. Ну что ж, нам пора продолжать тренировку. Сейчас мы начнем с отжиманий на плечи. Итак. Есть армейские отжимания, их сложность выполнения зависит от того, насколько высоко у вас расположены и насколько ближе они к рукам. Наша задача наоборот поднять ягодицу как можно выше. Ножки у нас должны быть прямые, без разницы на пятки ноги или нет. Главное, чтобы ноги были как можно ближе к рукам. Предположим, здесь. Чем ближе они, тем лучше. И я отжимаюсь, касаюсь лбом пола. Вот. Если вы хотите усложнить, вы можете на ноги поставить на какое-то возвышение. Вопросов нет? Правильно, нету. Значит. Теперь мы совмещаем драконьи отжимания и армейские отжимания, которые мы сделали только что. У нас получается египетское отжимание. Египетские. Мы встаем в позу армейских отжиманий и вот таким движением как бы перелезаем через забор. И возвращаемся в исходное положение. По-моему, эти отжимания легче, чем драконьи. Ну, на вкус свет товарищи может и не найти. Выдыхаем мы, когда мы поднимаемся. Вот. А когда мы встаем, мы выдыхаем. Приступим. Закончили. Не забываем разминать кисти, потому что следующее у нас отжимание – это отжимание алмазик. Итак, считаются они самых трудных отжиманий, но я вам покажу отжимания, которые труднее, но мы их делать сегодня не будем. Итак, отжимание алмазик.
Руки при выполнении отжиманий я ставлю вот так, чтобы касались у меня указательный, средний и большие пальцы друг друга. Но я люблю, чтобы большие пальцы не касались друг друга, потому что они мешают выполнению упражнений. И отжимаем, соответственно, мы вот так. Начнем. Так, сейчас мы... Колечко. И как вы поняли, руки расположены у меня на уровне груди. Что-то кисти у меня заболели. Вот, наверное, из-за того, что я тренировку на руки не делал. Вот, если для выполнения упражнения, то лучше прекратить тренировку. Но я этого сделать не могу. Итак, давайте-ка мельком я вам покажу упражнение отжимания лучника. Пытайтесь их кое-как делать на сцене. На коленке я могу находиться. Итак, смотрите-ка, в отжиманиях лучником покажу вот так. Руки у меня находятся не как в диагональных отжиманиях в той диагонали, а вот немного чуть выше плеч. Даем это так. Они у меня расположены шире плеч. И моя задача сгибать то одну, то другую руку. Вот. Давайте начнем. Кому тяжело, можете, как я, делать на коленях упражнение. Вперед. Чем шире руки, тем лучше. Но это не означает, что вот так. Ну, где-то вот так. Закончили. И настал тот час, когда мы можем второй раз посмотреть смешные видео. Смешные видео. Это как малыш хочет подняться, но не может. Это мой самый любимый момент. А сейчас он сломает телевизор. Ну, сломал. Жизнь его научила давать отпор, но только не матери. Ой. Заметьте, он больше не захотел играться. То есть вот на этом моменте сейчас. Все, он не хочет играться больше. You want some? Yeah, you hungry? Молоко попей. Yeah. Как okay. Дверь вот моя так скрипит. Входная, чтобы я даже через сон слышал, что кто-то входит. Sticks to leg you out. Hey.
pretty good. What you go for? Oh no! Why did you do that? Не получилось. Sorry. Didn't mean to laugh. You can do it, kitty. Come here. You can do it. Come. Дай! Все, уже старость не радость. Волк. Давайте посмотрим, что там будет дальше. Следующий раз. Это вроде все отжимания, которые я знаю. Если есть какие-то еще, то скажите мне, мы их сделаем. Вот. А сейчас у нас заминка. Напоминаю, что такое заминка. Заминка – это маленькая растяжка, которая выполняется в течение 15-20 секунд, 5-10 минут. Вот. Нет, ну это невозможно. Итак, микрофончики лучше кому-то выключить. А мы начинаем с растяжки рук. Для растяжки рук нам понадобится либо ровная поверхность, либо косяк двери. Ровной поверхностью может служить стена, дверь, шкаф, большое окно, если оно панорамное, вот. Или же дверной косяк. Дверной косяк мы хватаемся, предположим, вот здесь и растет. Вот, если вы нашли ровную поверхность, замечательно. Прижимайте руку полностью к стене, чтобы подмышкой был прямой угол. Я имею в виду, прижимайте руку полностью к стене вместе с плечом. И моя задача тянуть это правое плечо в данном случае назад. Считайте 15-20 секунд лучше про себя, потому что я не знаю, когда вы начали выполнять упражнение. Итак, теперь у нас упражнение я буду выполнять на коленях, потому что я понял, что если я их выполняю вот так, то мне не больно, то есть я опираюсь на свою правую коленку. Но вот так выполнять упражнение лучше не стоит, лучше все-таки опираться на... Итак, давайте спину лучше покажем. Руку левую я завожу за голову, касаюсь лопатки правой рукой, я касаюсь локтя моей левой руки. И всю эту конструкцию я тяну вот туда, в ту руку. И меняю руку. Закончил. Итак, теперь следующее упражнение.
Я беру прямую руку, сгибаю ее в локте, другой рукой. Тяну ее плечо туда, в ту сторону. И моя задача, чтобы плечо я опустил. То есть выполняю упражнение не вот так, а вот так. Растягиваю спину. И меняю руку. Не забываю опустить уже правое плечо. Итак, переходим к ноге. Мы сейчас будем делать упражнение, которое является подводящим к продольному поперечному шпагату. То есть его выполняют перед выполнением продольного поперечного шпагата. Итак. В данном случае левая нога у меня на пятке, она прямая, она должна быть напряжена. Правая нога у меня на мыске. Моя задача вот эту конструкцию передвинуть вон туда, в ту сторону. Двигать ее туда и фиксировать моя правая рука. Меняю ногу. Следующее упражнение выполняется на коленке. Я покажу только, когда я приподниму левую коленку, потому что на левую коленку опираться мне не рекомендуется. Итак, я поднимаю колено, сгибаю ногу. Не вот здесь сгибаю, а в области пятки. Пятки, над пяткой. Потому что вот здесь ее можно сломать. Согнул. Если у вас тут растягивается вот эта мышца, замечательно. Оставайтесь в этом положении. Если нет, отводите ногу дальше и растягивайте или балдейте 15-20 секунд. Так, и последнее у нас упражнение, растягивающее икры. Вроде икры. Итак, как оно выполняется? Если я сделаю упражнение вот так, у меня будет растягиваться только правая нога. Это неправильно, потому что должны растягиваться упражнение обе ноги. А происходит это из-за того, что у меня расстояние от правой ноги до стены
ближе, чем от левой ноги к стене. То есть я должен стоять, смотря мысками перпендикулярно стене, наклониться, и тогда у меня живот будет растягиваться обе ноги. Вот. Подойдет идеально дверной косяк, чего-то не дверной косяк, а подоконник, да, вспомнил слово. Вот. Ну, также любая ровная поверхность, дверь, шкаф, там и подобное. У меня вопрос. Рассказывай. А можно идти где-то в шкаф, но меня не будет видно, типа? Ну, конечно. Это без разницы. Спасибо. Так, на этом тренировка закончена. Можете выполнить продольный поперечный шпагат уже без меня. Надеюсь, тренировка была интересна и полезна, особенно если вы ее выполняли. Всем удачи и пока-пока. До свидания. Спасибо за урок.